На сегодняшний день город Одесса продолжает находиться в оранжевой зоне. Никаких дополнительных ограничительных мер городская комиссия ТБЧС не принимала. Поэтому на территории города продолжают действовать ограничения оранжевой зоны, принятые городской комиссией ТЭП от 15 октября. Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима в общественных местах и соблюдении социальной дистанции между людьми.